Итак, всем привет! Сегодня мы с вами будем делать сырники. Это очень простой рецепт, легкий. Разминаем творог. Здесь у меня примерно глаз, грамм 500-600. Одно яйцо куриное и немножко сахара добавляем. Тщательно перемешиваем. Насыпаем муку, просеиваем. Здесь где-то примерно 250 грамм у нас получается. Насыпаем муку. Надо столько ее насыпать, чтобы просто сам наш творог не прилипал к рукам. Поэтому каждый пусть смотрит, сколько ему нужно добавить этой муки. Далее берем наше творожное тесто и формируем шарики. Для этого надо, чтобы у вас на руках было чуть-чуть муки, чтобы они не прилипали к руке. Ну и также на нашей досточке, на которую будете их выкладывать, тоже должна присутствовать мука. И вот таким вот образом делаем наши заготовки сырничков. Далее ставим разогревать сковородку и наливаем чуть-чуть оливкового масла. Можете подсолнечное. Выкладываем на тарелочку, полили сметанкой и вот таким красивым и вкусным топпером от Кардор. Он у нас фруктовый. И все, кто кушает, всем приятного аппетита! Ставьте лайки и смотрите другие мои рецепты.